Привет, народ! И мы с вами продолжаем играть в Хитмана. Хитмана, да, того самого нового Хитмана. Как у всех дела, что нового происходит, ребята? Какие игры интересны, ничего не знаю, но у меня Хитман интересен. Кстати, посмотрите. Здесь, вот в самом низу, уровень мастерства дается. То есть, почему за последние испытания дается уровень мастерства? Пусть и обучение, мне кажется, могли бы рейтинг какой-то давать. Или то есть это настолько просто, что они даже оценивать это не будут. Ну ладно, ладно, хорошо. Гвоздь программы, что ж, приступим. Good evening, 47. Your destination is the Paris Fashion Show by Sanguin, one of Europe's leading couture brands. Your targets are Sanguin owner Viktor Novikov, a former oligarch turned fashion mogul. And his partner, Dalia Margolis, a retired supermodel. An iconic power couple on the global fashion scene, and two of the most dangerous people in the world. Novikov and Margolis are in fact the ringleaders of Iago. Что? An enigmatic spy ring that deals in the global elite's most valuable secrets. Unscrupulous and opportunistic. Вот интересно, почему. Iago has caused disastrous security leaks all over the globe. When Crimean separatists caused a deadly meltdown at the Odessa nuclear power plant, Iago gave them access to the plant security network. And when the Delgado drug cartel shot down the plane of President Hernandez and his family, Iago provided the classified flight plans. Now Novikov and Margolis have obtained a knock list of British undercover agents, which they plan to sell at a secret Iago auction during the Sanguin show. So our client, MI6, need us to stop the ringleaders before the knock list ends up in the wrong hands. The Sanguin show will be swarming with security, and Viktor Novikov will be the focus of everyone's attention. But despite his posturing, he is merely the money man. The real target is Dalia Margolis. Beautiful and brilliant. She is a master manipulator and the true brains behind Iago. Two targets, a highly public event. At first glance, an impossible task. Then again, I do know how you love a challenge. О, так у нас две цели. Я почему-то думал, что только... Я только думал, что Новиков целью будет. Ну как бы это вся в трейлерах представляли, что вот Новиков, Новиков, Новиков. Никогда не говорили, что цели две. Это интересно. О, уже можно приступать. Ну ладно, что у нас тут есть? Любое оружие, любая... Ну то есть, карт-бланш, ладно. О, блин, это тайники. Вообще, тайник агентства, малый тайник, бачок туалета. Давай вот это. Не знаю, зачем, пусть лежит, Ну что, мешает. Что нам еще может пригодиться? Я даже не знаю, ну отмычка 100%. Уже использовать, уже... О, а нет, тайники агентства, я бы хотел видеть отмычку, да, точно. Маскировка смокинг. Знаменитый костюм, конечно же. Ну, нормально, мне кажется, главная точка... Да, здесь уже планирование, в бете планирования не было, как такового. Здесь это все закрыто, чтобы открыть, пройти дополнительные испытания. Как я понимаю, нужно хотя бы один раз пройти локацию, а потом мы уже сможем проходить другими способами. Ну, это, в определенном смысле, а по сути, испытания, что дают. Да, понятно. Посмотрим, убийство бесшумное пройти, убивайте только цели. Гвоздь программы, убейте, кто обрушил на него, осветить наоборот. Прям спойлер какой-то. Бесшумный убийца. Это в костюме, значит, все пройти. У всех на виду. Включите фейерверк, убейте, да, и ну, кастомерский ментов в течение 10 секунд, не дайте себя заметить. Блокиратор. Пока тут на сцене. Можно его и на сцене убить, будет красиво. Люстру во время аукциона. Столкните Виктора Новикова. Все, но смительное ускорение. Толкните, да, не могу из... мне нравится вот этот сценарий. Убить ее ускорением. Утопив. Отдых. И поприветствуй меня как мистер Рипера. Прикольненько. Сделайте все это в костюме 47-го. Убойная смесь. Можно отравить как-то. Посмотрим, что будет проще. Короче, вариантов масса. Смотрите, бомба будет. Еще что ли тут есть? Катакомбах.
Уху. Здесь на самом деле открытий много. Уловки, цели, а уловки какие? Ладно, все, короче, хватит читать, давайте попробуем. Я понимаю, что, в принципе, можно их почитать, но ладно. Я просто хочу профессионально, так сказать, взяться за дело, и поэтому, естественно, надо бы изучить материал, как настоящему убийце. Кстати, можете поставить лайк за скрупулезное изучение, и еще можете сделать репостик в ВК к себе на страничку, чтобы ваши друганы посмотрели. Как там Евген помаялся с Хитманом? Посмотрим, что у нас тут. Хитман, Хитман, приходи, приходи. Я не помню, Москву, по-моему, еще пустим. Марокко точно будет. Лондон тоже будет. Хотя, по сути, блин, всего лишь локация в Японии. Мы, по-моему, последняя локация, которую мы пустим. Нормально. Япония всегда интересна. Там будет много японцев. Правда, про другие цели мы не знаем. Мы знаем только вот про эту. Разработчики рекламировали постоянно Новикова. Странная страсть к Парижу. Шоу только начинается. This is the red carpet event of the season, and the guest list is a veritable who's who of the global fashion elite. You will find Viktor Novikov basking in the spotlight, while Dalia Margolis hosts the heavily guarded auction on the second floor for a group of Iago's top customers. Now, event security will keep a watchful eye on any suspicious activity, but I trust your timeless look shall fit right in. Очень красивый, ребят. Графика просто огонь. Вот флаг раз. Это просто огонь, ребят, серьезно. Это. Вот это графон. Вот я теперь понимаю, что игра такая требовательная. Ну не то, что требовательная, но действительно. Видно, что. Не хухры-мухры. В общем, нормально. Я впечатлен, я не ожидал. То есть, понимаете, ты не ждешь такого от Хитмана. Могли бы переодеться парковщиком и загнать машину. Who's the contact again? Max Decker of the Russian FSB. I don't know. Some Cold War dinosaur. Must be pretty. Novikov is meeting Max Decker. A senior agent in the Russian FSB. Small world. The FSB has been mounting a criminal case against Novikov, but Decker's boss, FSB section chief Nikolai Kamarov, committed suicide only last night. Or perhaps not. Either way, this could be a chance to catch Novikov away from the spotlight. I'll let Kurt worry about that. We've got enough on our hands. Можем ходить свободно, давайте узнать больше. Мне нравится эта нитка. Давайте пойдем, как, так сказать, уже за ней, раз, так сказать, возможность дана. Смирить. Телефоном ты зря увлекся. Надо смотреть по сторонам. А то можно вот так вот нечаянно упасть и уже не встать. Укрытие, конечно, говяное, но, блин, его не спрячешь по-другому. Отогнать не получится? Я думал, сразу тачку отгоним. Ну ладно, ладно. Главное переодеться в кого-то, ребят, для меня. Главное переодеться и стать, так сказать, своим на вечеринке. Пора узнать больше. Ну, тут уже туса. Весело. Кстати, я никогда не думал, что мне будет так нравиться играть в Хитмана. Никогда, потому что раньше... По 47-му. Mr. Novikov, Decker here. I'm at the show. Well, we could hardly predict a pile-up on the freeway, could we? So you have a spot in mind, or... Okay, fine. We'll wait in the lounge. Фойе, хорошо. Ладно. Фойе так фойе.
problem? Novikov is busy. Told us to stay put and enjoy ourselves. One of his security staff will come and fetch us. He's ready. Tell you where we're going? Pavilion, Northwest Gardens. Said it was away from prying eyes. Oh. Поехали. Просто мне нравится эта зацепка. Давайте ее отработаем. Мне кажется, в ней что-то есть. Ребят, ничего, если я немножко акробатические трюки вам покажу. Я, видимо, нормально. Нам же сюда можно или... Окей. Хоккей. Цикады? Телохранитель цикады? Черт возьми. Вот мы боролись с цикадами. Нет, постой, цикады это из Last of Us. Черт. Как вы думаете, могут ли цикады оттуда быть связаны с этими цикадами? Могли, кстати, вот здесь двигателем. Ну ладно, монетка тоже сработала. Тут прятать тела, блин, негде. Ладно. Возможностей масса, давайте опробуем хоть одну, потому что, в принципе, возможностей к любви, как я понял, здесь более 10. То есть, ну, надо с чего-то начать. Потом, если вам понравится, ребят, мы можем пройти еще. Еще каким-нибудь способом. Не обязательно, что вот на этом все закончится. Костюмчик, кстати. Костюмчик огонь, кстати. Мне нравится, посмотрите. Анимация костюма очень хорошая. Посмотрите, вот он шевелится, галстук шевелится. Ну, похоже, вот я одеваю костюм примерно так же. Все шевелится, правда. На мне он смотрится хуже, так у меня какой-то, я не знаю. Да, это тебя, черт! Ну ладно. Мистер Деккер, мистер Новиков will see you now. Даже не знаю, как I will escort you to the rendezvous point. Great. Thank you. Lead the way. Что-то возьми, я хз вообще куда идти? Проводить Деккера. Погоди, я вначале прочел, как поговорить с Деккером о погоде. Ну там по тела прятать было не идти, так что. Может, я зря убил парковщика? Наверное, зря. Че, ты со мной там идешь или? Быстрее двигайся, что тут такое? Сэр? Эй, what's up? Так, гуляем. Ну, давай быстрым шагом. Подиум. Мне кажется, они все как на подиум. Ой, вся мечта посадить на подиум сзади. Неплохо. Вот как это выглядит. Вот как это все выглядит со стороны. Никогда не видел. Вообще так современненько, все с мобилочками такие стоят, с айфонами шестыми, тыркаются в них. Это выглядит прикольно. Она похожа на злодейку из какого-то фильма, который вышел в прошлом году. Все злодейки-блондинки и красивые по меркам человека-горилла. Ладно, пойдем. Почему так? Что это за дискриминация? Почему нет злодеек? Я не знаю. Хотя нет, злодейки всякие бывают. Ладно, это уже у меня стереотипы пошли. Да идем, что ты ФСБшник такой хилый? Да он реально хилый какой-то, он еле тащится. Может, он тоже подставной, как и я? Может, мы оба киллеры? Escorting Max Decker. Mr. Novikov's orders. Been expecting you. Go ahead. Я, кстати, думал насчет того, чтобы вот этого агента завалить и пойти вместо агента, но... Но тут нет пока такого варианта. Я уверен, что так можно, но... Давайте пока действовать по указке лампочки на экране. Лампочка плохого не посоветует, так что... Блин, нас кто-то может узнать. Это не очень хорошо. Well, no Novikov. Why am I not surprised? Well done, 47. Novikov is about to meet with Decker, and you have a front row seat. Да. Могу за любой колонной прятаться. Что возьми, а тут у нас товарищ есть. Mr. Novikov, I'm at the pavilion. We did wait. Then your guide took us to meet you here, so which is it? I don't know. A security guy. Wore a uniform.
Alright, fine. See you soon. А чё, в чём дело? He's coming. Hope our parking doesn't expire. So, I gotta ask, Mr. Decker. Section Chief Komarov, was that your handiwork? Look at these hands. I'm a bureaucrat, Carson. I don't go around staging perfect suicides. No, I dare say young Komarov got a taste of Viktor Novikov. Ask me, he had it coming anyway. Nobody likes an overachiever. And the file. Must be pretty important for Novikov to cough up 7 digits. It's in it. Every bit of dirty intel the FSB ever collected on him. Our friend Novikov wasn't always in fashion, Carson. But the public has a short memory span. And now he's tying up loose ends. Securing his legacy and our retirement plans. Курение вредит вашему здоровью. Что за куряга? Твою-то мать. That is Viktor Novikov, head of Sanguine and ringleader of Iago. Quite the resume. Черт возьми, его стража. Его в средневековье. Она меня, блин, и он меня может узнать. How are things at the office? That's 91 all over again. Komarov is found dead. Gun in hand. Office locked from the inside. In his safe, evidence that he was leaking state secrets to Link. An FSB section chief, Kremlin's golden boy, a CIA spy. Look, I don't know who you hired to pull this off, but I want to know. Trust me, you don't. The case file, please. Right, right. Of course. Last and only copy. There was an unfortunate server room fire at HQ. Misery loves company. Mr. Decker. You know, I do believe this is going to be the start of a beautiful friendship. The money's being wired to your account. Do I need to call my guy and switch rooms? Why? Haven't you heard? I am an honest businessman. До свидания, Mr. Decker. Анимация, кстати, хворает. Видите, они на месте бывают топчутся. Take a stroll, would you, Kurt? I'd like to save it a moment. Ну блин, ну Курт, ну ты может. I'll be fine. А, он хочет один, что ли, погулять или как? Или он с Курт? Он один. О, сейчас. О, знаю, мы сейчас его в сену сбросим. Отлично, так хотел. Ну я хотел сбросить их одного на другого, тоже вариант, конечно. Finally, a clean slate. Didn't come cheap, but it was damn well worth it. Чего тянуть? Чего вот чего тянуть? И трупа нет, и никого вообще нет. Time to find Dahlia Margolis. Послушать его хотелось, но я боялся, что охрана подойдет. Нижний мешочек. О, сколько испытаю. Я чувствую, сейчас очень много мне начислят. Так, хорошо. Я бы костюмчик, кстати, сменил. Несчастный случай. А вообще несчастный. Угу. Слушаем. Мы можем переодеться моделью. Хитман на подиуме, ребята. Это сексуально. Я хочу этого. Так, а что за это за возможность? Okay, don't stop. Whatever you're doing, don't stop. Don't stop. This is gold. Вечно у всех эти модели их зовут Хельмут. Хельмут. Кстати, на вертолете можно будет сбежать. Или на той машинке. Да, мы же посмотрим. Сейчас еще рано думать. Долго там будет крутиться вокруг него. Эти полуголые фотографы. Сейчас они полуголые, через минуту они уже совсем голые. Ну ладно. Хельмут, можно с тобой пообщаться, там, потолковать? Я вообще не знаю, что ты делаешь, Хельмут. Что-то мы уходим подальше. Ой, нас палят, нас все палят. Именно поэтому я и хотел переодеться. Хельмут, я просто тебя охраняю, мужик, ты там, не знаю, не описывайся. За тобой просто ходит лучший агент во вселенной. Всего-то. Я просто не знаю, его убить, что ли? Ну, о, сейчас, может быть...
Немножечко туго. Давайте монетка его. Stay here, you understand? Yeah, okay. Что ж, почти не повезло. Далья? Helmut. Not yet. I go on in a few cycles, I think. I think I'm in, but I want to be clear on a few things. Что он хочет прояснить? Fine. I'll be up after the show. Yes, ciao. Отслеживайте. According to our intel, Helmut Kruger is friendly with Dahlia Margolis. I suspect that Iago uses fashion models to infiltrate the lives of the rich and powerful, and Kruger is likely one of their spies. His face paint conveniently obscures his features, and the two of you already share a striking resemblance. Так, подождем. Жалко, здесь нельзя как в Ассасине, знаете. Yeah, Dan, it's me. Oh, now you're watching the live feed. No, not anytime soon. Actually, I'm doing this thing for Dahlia Margolis. Надо еще ответить потом будет по телефону. Да, это я, все нормально. Черт, нет, не хотел я так. Можем загрузить. Это почти то, что я хотел. Это очень близко. Давайте вот сейчас, как только он отошел, мы успеем быстренько скинуть труп. Быстрее так, быстро. Просто секунду в секунду, ребят, быстро. Маскируемся. Так, быстрее. Что-то такой медленный, 47-й. Значит, сейчас, блин, меня опять будут расстрелять. Все, так все и было. Бит посторонний, ты ладно. Все, меня теперь не палят. Позвоним по-быстрому. Remind me again. Where were you supposed to meet? Second floor. Voltaire's meet, next to the auction. Got it. You want me to drop by now or? No. Мы, ребята, должны с вами. Не, у него прикольный костюм 47-м. Посмотрите, как подходит. 47-й просто выглядит как вот огонь. Просто огонь. Просто модель года. Ребята, пойдем на подиум. Меня везде пустят, потому что я модель. Я звезда. Сергей Зверев бы сказал: я звезда! Хотя Сергей Зверев уже давно не популярен. Как мне кажется. Запишемся. Пойдем к стоматологу и пойдем. О, боже мой, эти модели. Никогда, блин, не прошел с подиум, потому что я блоханул, споткнулся или еще какая-нибудь фигня, потому что я дико нервный. Ладно, пойдем нанесем грим. Сколько же народу? На самом деле, вот реально игры стали более такими, знаете, продвинутыми. Народу везде полно. Раньше, помните, два человека, все. Хотя нет, в предыдущей игре было много народу в какие-то моменты. Да, боже мой, из меня сделали Фредди Крюгера. Ну ладно, я ничего в моде не понимаю. Ребята, напишите в комментах, из него сделали сейчас Фредди Крюгера или мне кажется? Просто знаете, я как-то говорил с Лизой, мы поговорили про моды, я говорил, что что-то выглядит дико уродливо, она говорит, это круто, это мода. И я был такой, то ли я не понимаю, то ли мир сошел с ума. Не знаю, просто порой посмотришь на то, что модно, и думаешь, блин, то ли я уже старый какой-то, мне всего лишь 20 лет, а я уже дедуля, то ли мир сошел с ума. Мир слишком быстро движется, дайте я сойду. Да что ты, куда я зашел?
Я помню, разработчики показывали, как можно пройти под видом работника сцены. А, вот дверь есть. Я думал обойти там. Ну ладно, ладно. Пора походить по подиуму. Смотрите на меня. Бум, бум, бум. Хитман на подиуме. Бум, бум, бум. Давай, Хит, покажи нам свои скиллы. Что-то не очень там встал и все. 15 секунд славы. Мне просто мне музыка очень нравится, очень круто. Я бы, честно говоря, себе поставил на будильник такой саундтрек, знаете, сразу ассоциации типа, я в клубе. И дым, кстати, очень симпатичный. Ладно, нам наверх. Вверх, по-моему, где-то тут находится. Или, ну, вроде лестница. Индикаторы, кстати, довольно мелкие. Я бы сказал, что на консоли, на каком-нибудь большом телевизоре 40 дюймов смотрелось бы, кстати, нормально. Но как-то на ПК смотрится немножечко мелковато местами. Именно вот карта, карта. Я не знаю, ее можно делать больше? Я вот это не изучал. Наверное, да. А может, нет. Ладно, все. Идем. Так, где это? Марголес, она еще выше, ладно. Еще лестница. Так, мне еще лестница не тут. И здесь нет ли знакомцев каких-нибудь моих, которые скажут, что-то ты не похож. Мистер Крюгер? Мужики, здравствуйте. Храняйте дальше. Все, я свой. What's your story? You know, actually, I read this this book about the fashion industry through the ages. There was this whole chapter on her. I don't know. I mean, as I recall, Margolis' dad was some overzealous Israeli army general who, you know, he did not approve of his daughter's chasing a fickle dream. She was disowned and had to fend for herself. I guess that explains her demeanor. Hey, fashion is tough, okay? I mean, army tough. Her father, he should have really been more approving. Anyway, she went all the way to the top, and then, just as her career was slowing down, she met Viktor Novikov. Nouveau riche Russian with a bad boy reputation. Looking to turn over a new leaf. Ну, вариша? Что? Ну, что такое нувариш? Что это значит? Может, я что-то не знал. With his money, of course. А, не интересно, что там. Access to the auction and a private audience with Dalia Margolis. Nicely done, Vladimir. Please, have a seat. А, мы должны поболтать, ладно. So, Helmut. You accept my offer? I'm in. What's the job? Straight to the point. I like it. As it happens, I have the perfect assignment for you. Jessica Highmore. Highmore Consulting. The very same. That's why I wanted you in the show. So Jessica would notice you. Now, I want you to go to New York. Seek out Jessica and do what you do best. Что, не убить ее нужно? The girl is bright, young, beautiful. Should be right up your alley. And yet she's not the mark. My, you do catch on fast. No, that would be her father, CEO John Highmore. Jessica is your way in. Befriend him, get his trust. Highmore Consulting is planning a merger. I want to know with whom and at what price. All right, consider it done. And that's for you. Keep it on you at all times. Last resort. Cyanide. Good choice. Понятно, можно вот отравить ее бокал. Что-то банально это, ребят. Давайте по-другому как-нибудь ее убьем. На что, откроет сейчас дверь? Нет? Yes. Well, it's a little late now, isn't it? Эта девушка казуально, согласитесь, что яд просто лежит на столе в этой комнате, ты можешь просто его по... Ну это реально так, знаете, очень-очень казуально, если подумать, если как-то так как следует. Не вот это вот, не знаю, это... Это как-то уж слишком. Ничего, что я встал, нет, ты меня за это не будешь, не знаю, бить или типа-то. Надеюсь, что нет. Просто мне было интересно, что в соседней комнате, там ванная, можно помыться после убийства. Если бы в реальной жизни это было, черт, я бы помылся, почему бы нет? Ну что, еще болтать будем? Well, if you can't be bothered with basic courtesy, I'm afraid I can't use you. You think about that, Helmut. Long and hard. I'll
call you tomorrow. That is Dahlia Margolis, supermodel turned spy master. А что не так? You're in. Good work. So this is the auction of secrets. Так, можно бросить на нее люстру, а потом как? Потом как? Надо подняться выше, наверное. Мне бы очень не хотел доставать пистолеты, а вообще что-либо доставать, потому что эти мужички вроде серьезные, поэтому. Да, я просто гуляю тут, осматриваюсь. Смотрю, как бы убить цель получше. Не обращайте внимания. Так, хорошо, здесь пока. Мне пока вот вообще непонятно, как ее можно. Я понимаю, что люстры, но. Люстры же, знаете, они завязаны где-то на чем-то. Оп, 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 оп. Вот не знаю, это та лю, это та штука от люстры или не та? Вот как бы в чем для меня вопрос. Давайте попробуем. Понятно, в той же комнате. Ну, значит, давайте обыщем зал внимательнее, но... Да, я, извини. Давайте обойдем комнату. Должен быть крюк. Черт возьми, а меня не спалит, если я буду крутить крюка? Это все-таки, знаете... О-о-о-о-о! Есть. Что-то пусть будет он. Пусть не пожарная сигнализация. Только не говорите мне, что это... Издевайте. Да как? На чем эта люстра держится? Не носили же мысли. Как милая девочка. Что-то меня позвали девочка. Next on the list is a real treat. Unexplained injury. How can we know you're not doing the same thing to us? You don't. You'll just have to ask yourself whether the benefits I provide outweigh the damage I might inflict. No, don't worry. I'll wrap this up and be back in time for McAvoy. Видимо, вот тут и нужно было сбросить люстру. Мне кажется, мы только что потеряли возможность красивого убийства. Ну ладно. Ее можно скинуть с балкона, насколько я помню. Мне кажется, этот вариант очень даже неплох. В любом случае, давайте ходить за ней и ждать. Ждать момент. Hello, Mr. Kruger. И да, вам тоже здравствуйте. Могли вот сюда яд подсыпать, например. То есть не обязательно, чтобы она в ее в своей комнате. Это официант. Hello, то есть мы не... Столько возможностей, столько возможностей. Такая красота внизу, такая красота. Please leave. I'm in the middle of something. Ну, ладно. Looking awesome, Mr. Kruger. Ты что-то мне дверь перегородить? Она не хочет, чтобы я тут был. Ну ладно. Подождем, посмотрим, что она будет делать. Может, ее тоже скинем. Люстры, к тому же, это шумно. Отчасти, как бы, люстра упала. С другой стороны, несчастный случай. В Absolution, кстати, несчастный случай был сложнее сделать, мне кажется. В Absolution как-то игра сама собой, как бы просила тебя пострелять. Там же были целые уровни, где нужно не прятаться, а именно вот стрелять. Там реально были уровни, помните, ребят? You don't remember me? Campaign kicks off in the south next month. Polls are on our side. Still, I would appreciate anything that makes the opposition look megalomaniacal, hypocritical, outdated, inbred, or just plain evil. I've handled worse. I bet. Barkley killed it in the primaries. She will win, Miss Margolis. And you will have a powerful friend in Washington. Power is my favorite attribute. Не пали меня. Слепая. Идем. Бля, она ходит между этими двумя грёбаными комнатами. И как мне быть? О, сохранение. Это что, сейчас моментик, что ли, будет? Я вот жду не дождусь, как, что произойдет. Helmut Kruger. Как же приятно, когда можешь ходить просто. Pretty girl. Так, с ней охраним. So, are you gonna tell me about what Victor did? А, они просто разговаривают, типа, Крюгер в комнате, да?
and sometimes the lock won't hold. A young, ambitious FSB section chief was mounted against Richard. He got close, too close. So Victor, failing for once to bribe or threaten his way out of trouble, made a deal with an assassin. Someone with impossible skills. Ooh. Price? A copy of the Iago dossier. Everything we have ever collected. No questions asked. And did Victor bother to tell me about it? No, he did not. The client's in there. Are you saying they're bidding on used goods? Victor is certain this mystery man was looking for something very specific. He won't be bribing people left and right. Still, it's the principle. Dolly. Reaper? Victor is a loose cannon. And I hate to say it, but maybe. Maybe he needs to be put down. You're kind of mixing metaphors, but the thought has crossed my mind. Ну, я вообще-то уже сделал работу. Может быть, вы мне заплатите еще дополнительно? Ну, зарплате от агентства. Мне интересно, вот что с своей зарплатой делает Хитман? Им же платят, да? Ну, я так думаю. Что с своей зарплатой делает Хитман? Что он с ней делает? Он ее тратит на что? На красивую лысину? На средства для облысения или типа того? Хотя, знаем, они не нужны. Но, в общем-то, это сам. Черт возьми. Ты сколько-то ходить будешь? А, она на балкон сейчас пойдет, наверное. Наконец-то. Сейчас она скажет, что мне подышать надо воздух. Пожалуйста. Разреши. Ах, Шейх Аль-Газали. So good of you to join us. I have a certain article in stock, courtesy of MI6. We'll talk later. I promise you will not be disappointed. Thank you, ladies and gentlemen. Вот такой сидит в планшете, ему вообще все равно. Ладно, давайте еще походим. Я просто не знаю, пока возможность убить ее, но как видите, нет. То есть мы ходим, она просто ходит из комнаты в комнату. Пока что шансов убить ее я вообще не вижу. Can I take a photo with you? Нет. Okay, guess not. Никаких фоток. Я бы. Haley, I want those files about the Ether Corporation developing a new top secret bioweapon. Just went for $2 million. Но это пока что новые диалоги, то есть пока что она ходит, хоть я думаю, рано или поздно должна выйти на балкон или типа того. Но мы пока ждем, пока что это все терпение, ребят, терпение. Терпение и труд. Всех Хитманов перетрут, так что ждем. Ее этот охранник за ней ходит. Если бы его не было, я бы уже давно ее город и задушил в ее комнате и, блин, отправил отдыхать в шкаф. Ну просто двоих, это уже как бы это больше, чем я могу сделать. Мне нравится этот спокойный голос, вы знаете, эти аукционеры, они такие спокойные. Как будто они принимают седативное, ну ладно. Hello, hey, please follow me on Instagram, okay? В Инстаграме нет. О! На балкончик. Yes. Походу. Да ведь никто ничего не увидит, если охранник вдруг отвернется и в один момент она просто окажется, она упадет. Юрак. Калмут. Давайте так. Монетку упал. Эй, pick that up. Да. Что-то возьми, охранник вообще не смешный. Да. Что-то она уходит? Серьезно? А это как? Должна была... Твою-то... Давайте попробуем снова отвлечь. Почему-то она отвлеклась. Я немножечко удивлен. Я ожидал, что он отвлечется, ребят. Вы что же? Вручную. Гвоздь программы. Я хочу ее столкнуть. Но игра что-то немилостиво ко мне и не дает мне сделать все по-простому. Вообще, можно было заранее отвлечь охранника, взять ее толкнуть, пока он там с монетой возится. И, все, и мы такие, бац, ой, а нашей мисс Марголис уже и нету. Как-то так можно все было провернуть. Попробуем сейчас. Можно, на самом деле, вернуться на сохранение назад. И как бы охранника уже заранее отвлечь, зная, что... Зная дело, так сказать. Монету не потерял? Видимо, все сложнее, чем я думал. Оп, я кинул монетку и вот так сбоку отсюда, извините, ребят.
Кстати, она теперь просто стоит здесь. Ну, черт. Ну, черт. Че она стоит? Ну, почему ты не подходишь к краю? Боже мой, что так трудно. Хотя нет, что так трудно. Но вот легко как-то получается. Ну, блин, что ты... Так, у меня идея. Давайте прыгнемся еще более хитроумно. Так вот, она встанет у края, ну, как сейчас, и тогда я брошу из зала через дверь монетку, он пойдет проверять, подальше ее брошу. Она ему скажет, пойди проверь, я ее скидываю. Просто здесь она как-то встала на середине, и пока он проверяет, чтобы я подальше ее закину, чтобы он пошел. В общем, давайте попробуем. Так, ребятки, ждем, пока она зайдет. Смотрите, открываем эту дверь, она зайдет через ту. Бросаем монету, ну, куда-нибудь туда. Он пойдет проверять. И я такой быстренько захожу, и уже ее и нет. Сейчас, смотрите, она подходит к краю. Она там стоит, отлично, отлично. Что, а мы не можем ее толкнуть? Черт, возьми, сложно-то как. То есть нужно, чтобы он заранее, что ли, отвлекся, ну блин. Interesting. Давайте попробуем теперь вообще заранее, чтобы она даже не слышала. Потому что я очень хочу ее именно столкнуть. Как же красиво твоя лысина, Хит. Ты услышишь? Или для тебя далеко, видимо? Что-то моя монетка последняя была. Если честно, не знаю даже, как его отвлекать. Это как же мне повести-то должно. Довольно сложно. На самом деле, вот это вот сложный момент. И самый простой момент, это, конечно же, грохнуть этого охранника и грохнуть потом ее. Потому что он же спалит меня, если я буду что-то с ней делать, да? Да, конечно. Он еще и ближе такой подходит. У нас нет гаечного ключа, ее, может быть, можно было им убить. Ладно, давайте продолжим за ней следить. Ну, другого выхода нету у нас, видимо. Потому что я ничего не могу сделать пока что. Подождем, пока ее охранник. О, она отстала от нее, она теперь одна ходит. Видимо, затрахалась с ним ходить. Бывает такое. Или он догоняет ее, по-моему. Или мне кажется. Может быть, просто рванем ее напиток? Не знаю, мне кажется... Учитывая, сколько я хожу, и что-то уж совсем мне надоело, я хочу просто взять, отравить ее и убить. И уйти отсюда. Я знаю, убийца так не мыслит, но просто, понимаете, когда ты нарезаешь уже 10-й круг, ты начинаешь думать, ай, к черту. Уже отравись, тупая шмара, и идиот. Вау. Что-то возьми, если я сейчас буду подсыпать, меня, конечно же, все спать. Я вот не знаю, и... вот давайте посмотрим, а сработает ли или нет. Если я случайно, ну, прольется там что-то случайно, чисто случайно вообще. Что-то возьми, нет, не срабатывает. Ребята, да ну его, давайте ее. Давайте сделаем классику. No, I'm gonna deal with this. Both targets are down. Great work. Now head towards an exit. Вот так. Классика же тоже хороша. Видите, тоже хорошо. Тоже испытание. Пианист. Просто очень люблю струну. Да и незаметно. Это, конечно, не несчастный случай, но все равно, давайте теперь выбраться нужно. Что-то выбраться-то может тоже быть не так уж и просто. Знаете, вот приятно посмотреть на то, что происходит, так сказать, за кулисами таких мероприятий, потому что я в закулисье не был таких мероприятий никогда. Да и ни на таких мероприятиях тоже не был. Кто меня пригласит? Я же не какой-нибудь там кутюрье или типа того. Да и не особо хотелось. Ребят, я могу на вертолет сесть и улететь? Могу. Давайте, летать надо красиво. Летать надо красиво.
как настоящий хитман. Ну ладно. Что ж, мы справились, ребята, одним из способов, одним из доступных нам путей. Париж, ждем раньше. Это кто? How was Moscow? Kamarov is gone. I set him up as a Langley spy. It's quite the scandal at the FSB. His death will not be investigated. Your turn. Very well. The secrets of the global elite. 5 years of work. Everything we've collected. This thing makes WikiLeaks look like a gossip rag. The pen beats the sword, huh? I have found that whoever wields the sword decides who holds the pen. Smile, Victor. Your reputation is safe. Now run along. I'm sure you have pretty dresses to attend to. Victor, good luck with the show. I have a feeling it's going to be the one you'll be remembered for. Мне кажется, он как-то связан с этим всем. Миссия выполнена. Мастерство. Еще. Личный транспорт Новикова. Пианист. Сумрачный гений. Неплохо. Мне кажется, мы неплохо справились. Я уверен, что можно еще лучше. Собака на сене. Мне кажется, что можно было еще лучше. Мы как бы использовали, конечно же, простой способ. Еще посмотрим. Так, еще что? 15 секунд славы. Это было просто. Нормальный уровень мастерства 6. Я вот не знаю, ребята, а кухня в маскировке. Сарай. Гардеробная. Могли и снайперки их убить просто. Кладовая. Столько вариантов. Ребят, реально вариантов много. То есть я бы сказал, что эта игра скорее не напоминает мне не то, чтобы сюжетное что-то, а напоминает какой-то тренировочный полигон. То есть на самом деле напоминает мне немножко первых Хитманов тем, что море способов убийства. Правда, здесь, так сказать, все сделано на современный лад. То есть я думаю, что в принципе любой даже начинающий игрок смог бы разобраться. Отчасти мне это нравится, потому что, опять же, современные игры, ну, они даже, мне кажется, в современных играх хардкор уже не заходит, если говорить только про Dark Souls, который заходит, но, мне кажется, если бы выпустили Хитмана в том виде, в котором он вот был, не знаю, году так в 2000-м, там, тогда, мне кажется, он бы сегодня, ну, не был бы таким интересным, то есть большинство игроков просто были, ну, и что это? То есть это Хитман, ну, что-то, не... Хардкорщики бы, конечно, приняли его, и фанаты бы его приняли, но мне кажется, что Square Enix, она хочет новой, как бы, новой аудитории тоже, она хочет привлекать новую, свежую аудиторию, и, естественно, с полностью старым стилем это бы не получилось. Ну ладно, не, мне нравится, это интересно, знаете, интересно вообще наблюдать все эти диалоги, то есть чувствуется проработка игры. И если вам понравится эта серия, я думаю, можем перепройти какими-нибудь другими способами, потому что, ну, способов масса, и я уверен, что мы можем подобрать еще какой-нибудь красивый. В общем, спасибо за просмотр, ребят. Мы продолжим с вами, ну, что-нибудь новое пройдем мы, когда выйдет. Выходить будет, не помню, по-моему, то ли раз в месяц, то ли типа того. Но, в общем, когда выйдет, ребята, обязательно пройдем. Спасибо за просмотр. Можете ставить лайк, подписываться на канал, чтобы не пропустить следующую серию. Также можете делать и посты ВКонтакте, и стримы на Твиче каждый день в 6. Почти каждый день, кроме меня. Исключение, когда я или уезжаю куда-то, или просто не хочу стримить. Нет, такое редко бывает. Хорошо, миссия выполнена. Пока, ребята, пока.